Глава округа Андрей Булгаков проверил содержание дворов и многоквартирных домов по улице Лучистая в Гребневе. Осмотрел детские площадки, придомовые территории и подъезды. Руководитель муниципалитета обратил внимание управляющей компании, обслуживающей дом номер 3, на недочеты в ее работе. Входная группа требует ремонта, а подъезд – хорошей уборки по графику. Кроме этого, необходимо привести в порядок газоны. А вот во дворах номер 5 и 6 чувствуется рука хозяина. Дворовая территория радует глаз. Здесь работает уже другая управляющая компания. Небольшие замечания по содержанию домов есть, но в целом УК выполняет обязанности добросовестно, отметил Андрей Булгаков. Устранить недочеты организациям необходимо в ближайшее время. Проверки содержания МКД продолжатся и далее по чек-листу. В него входит состояние подъездов, фасадов, контейнерных площадок, детских игровых зон, а также газонов, подъездов и в целом дворовой территории.